Молдаване из диаспоры обязаны покупать страховой полис по возвращении в страну. Решение принято комиссией по чрезвычайному положению. Таким образом, начиная с 1 апреля, в период ЧП, граждане Молдовы и иностранцы с видом на жительство на территории республики, которые намерены пересечь государственную границу на въезде в страну и не имеют статуса застрахованного лица в системе обязательного медстрахования, должны оплатить взнос за обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Лица, которые пересекают госграницу по воздуху в направлении въезда в страну, будут платить взносы обязательного медстрахования в фиксированном размере, в том числе через государственную систему МПЭЙ. Лица, пересекающие госграницу по суше на въезде в республику, заполнят и подпишут декларацию об ответственности, обязавшись в течение 72 часов оплатить полис обязательного медицинского страхования. Напомним, что в этом году его полная стоимость составляет 4056 леев.